Юху! Всем привет! С вами Юнот, с вами Borderlands. Мы уже близко, приготовьтесь. Это те не бандиты, у Маливана хорошо обучены и личная армия, короче, хорошо обучена. Удачи! Пострелять по ним, да! Кто-то говорит, у меня микрофризы. Да, или что? Потому что... Так надо. Пум-пум-пум. А, да, и с вами Borderlands 3, забыл сказать. Микрофриз у меня только в начале. Если кто-то заметит микрофриз, а хотя, наверное, заметит везде. Ладно. Я просто хочу понять, в чем проблема. Проблема в видеокарте или не в видеокарте? Ой, дело было. Чё ты не умираешь? Но она ещё даже защиты не пользуется, я ещё плевать на это. Хотелось колокольни. Да, открыть можно? Можно. Да ладно, вы издеваетесь. Так, это есть. Стойте, давайте, опа, опа. Ой, граната. Ай-ай. Да, блин, поменяй ты ее. Где тут цель? Что-то я как-то расслабился сейчас. Ся полечи. Ща я войду в кураж. Просто немножко потерял сноровочку. Но это мелочи. Кто там? Сколько вас тут? Конечно, хорошо, что перестрелки прям динамичные, мне не дают отдохнуть. Но я хотел бы чуть... Более такой, как сказать... попроще, наверное, что ли? Стой! Руки нет, понял, да? Они не кончаются, смотрите, мы вроде прорываемся, а вроде нет. Ты чего горишь-то? А ты чё кто такой? Так, давай, мне нужно вот это. Всё нормально. Жучит, а? Просто гори. Не загорается. Надо процент побольше поискать. Да попади ты по нему. Боже, косой-то. На, косой. Стой! А, меня поднимает? Классно! На, еще патрончики. Вся постреляй. Собака. Вот тебя. У меня здесь шанс поджога вообще? Шанс поджога... 12%. Нормальный. Ты, наверное, против таких лучше что-нибудь такое, вот, кислотное. Во, а чё я этим не пользуюсь?
Все, вот это лучше, да. Опа. Стоять. Ёбы малевана. Сколько вас там еще? А вот это теперь вопрос. Теперь мне дайте подумать, что важнее. Автомат? Или базука? Давайте базуку возьму. А автомат буду использовать. Так, стопы, а это что такое было? Вот это. А, это улучшение, которое я пока не могу взять. Еще двое. Давай, найди его, убей его. Нормально. Хоть один раз попал нормально. Так. Где-то еще и ныкается. Ну как удачно. Стопаем. Я хочу прокачаться. Все, и у меня открылось теперь вот это. Но очков на этого нету, да? А, это я сразу могу. Извини, паучок, я тебя заменю на огненного. О, что-то хорошее. Восстановить здоровье. А что делать? Восстановить здоровье от максимального сека. А, нет, это просто... То есть они сразу открылись, независимо от того, хочу я или нет. Дополнительные два рати, о, классно. А что делать? Возвращает 7% максимального урона. Кому это надо нафиг вообще? Скажите мне. О, получше. Вот черт. Нате, нате. Что-то, если честно, он немножко слабенький, по-моему, мне кажется. А, у него отбор к этому. Вот он... А, руку оторвали. Че это такое вот это за... Блин, она что-то рассказывала, я профукал. Фух, ладно, канал связи с нашим штаб-квартирой не поврежден. Ну что, вызываем наших? Да, вызывай, я пока продаю. Так, мне нужно решить, что мне нужно, что нет. Давайте пойдем от конца в начало. Скорость перезарядки оружия Гиперион. Ну вот это точно продам, нафиг не надо. Да. Так, дробаш, автомат, снайперка, дробаш. 7 на 7, 6 на 6. Ух ты, ну двойной эффект. Что-то они тут оружие прям перемудрили. 12-4. Но и то, а здесь только обычные. Нет, стой, стихийные пока очень слабо мне бьют. 13-31. 13-26. Эпическая. Урон в ближнем бою. Очень эффективно живой плоти. 12 шансов, так неэффективно. Вот это и то эффективно. Хотя у меня уже пистолет есть, да? 37. Прощай. Прощай. Автомат, автомат. 14-27. Пусть будет. Снайперка 44-45. Прощай. Восемь. Вот это уже вопрос. 8, 14, 14, либо 13. Не, ну это точно продадим. Дробаш этот или... Какой там был? 12, 6 на 6. 5 на 5, 10. Ну, 2, 2 стихии. Тут тоже 2 стихии.
Но электричество мне не нужно, а вот это нужно, да. Прощай. Так, сейчас, дайте разобраться. 14.8. Две стихии. 12. Прощай. Все равно мы еще лучше найдем, это 100 пудов. 39 на 2. Расходы боеприпаса за выстрел 2. Это будет 72, по-любому лучше. Двадцать восемь яд и шок. Нафиг надо. Это снайперка, не должен быть сильный урон. 39 на 2. Прощай. Дробаш. 8 на 16. Фига себе. Я думаю, тут выбор очевиден. Прощай. 45. Прощай. Конечно, прикольно, но слабенький оказался. 5 на 12. Слишком маленький шанс пока выкинем. Здесь у меня осталась снайперка, пулемет. Базуку я себе взял. Так, что, вызываем ваших? А ты нажать прям не могла, да? Ух ты! О, я тебя знаю! Привет! Вы позвонили Ризу Стронгфорку, генералу, директору и так далее, главнокомандующему корпорации Атлас. Чисто для формы, с кем я говорю и какая сволочь дала вам мои засекреченные данные? Риз, расслабься, это Лорелия. Мы отбили водораздел. Нам помогли тут... Тут помогли, короче. Погоди, сейчас. Я знал, что я тебя встречу. А, это я решил отрастить усы. Не время, на время осады. Ребятам нравится. Так, кто это с тобой? Я искатель хранилища и алый налетчик. Искатель алый? Матерь Божья, да, сколько у вас солдат? 20 тысяч? 50? Меньше. Моя стая невелика, но в на нашем счету много трупов. Что? Серьезно? По-вашему, я должен отбить город с отрядом, который можно пересчитать по пальцам одной руки? Риз, они умеют сражаться, и весьма неплохо. И нам сейчас любая помощь будет кстати. Город наводнили бандиты, они действуют заодно с Маливаном. Видимо, Катагава и бандиты объединились. Превосходно, чем дальше, тем веселее. Что ж, искать хранилище, ты вовремя. Мои лучшие агенты как раз готовятся нанести удар по стратегическим... короче, по точкам хорошим. Мой агент ведет тебя в курс дела. Конец связи. Так, ты иди поговори с агентом Риза, а я займусь укреплением водоразделей и так далее. Бла-бла-бла-бла-бла. Раз ты уже будешь в город, советую взять циклон. Он быстрее и легкий. Самое для улиц. Попробуй. А у тебя и квест есть. Знаешь, мне должны. Лириан и солдат понижен уровень кофеина, и с этим нужно что-то сделать. Причем немедленно. Принять. And I'm sure my troops could use a pick-me-up as well. Head to the Rise and Grind coffee shop to get started. Чего? Так, стойте. Погодите. Вот. С кофеином... Так, отправляйтесь в утренний восторг. Это куда? А, нормально. Рядом. А где ты мне дала что-то новенькое там? А, вот, на выбор. Хорошо, давайте его попробуем. Пушек новых нету, ничего нету, все стандартное. Надо угонять, что было. Ха-ха-ха-ха, вот эта машинка. Реально очень хорошая. Что-то они там трепятся, но мне немножко не до вас. Чё? А, это он уже говорит.
Мне кофе, пожалуйста. Я так понимаю, кофе не будет, да? А, привет. Чем могу, типа, помочь, в смысле, короче? Будьте любезны, артурианские там что-то. Ох, выяснить невозможно. У нас сгорело энергоблок, и без энергоблока никакого кофе. Так что, прости. Ну, конечно. Но это ничего. Все хорошо. Тут есть один маливанский солдат. Зовет себя энергопапочкой. Сразу ясно, что придурок. У него энергоблок и костюм шик. Так что, это то, что нам нужно. Ах, да. Излечь проблему. В общем, разберемся. Не, стоять! Давай, давай. Все угнали. Так, как мне туда ехать сейчас? Ага. Можно съехать здесь и здесь подняться. Хорошо. Стоять, тварь. О, еще квест. Где? О, оружие. Мокси хочет убить Киловатра, помогите. А, разберемся. Сначала с этим. О. Давай, паркуй, паркуй, паркуй. Считывай. Походу ничего нового. I'll meet you down on the planet. Full disclosure, we used to date. After I left, привет, чувак. Children of the Vault, a cult of mindless followers must have been a magnet for an instant. Nothing like Killavolt. Это плохо. Почему я уперся в эту? Нате. Слишком легко, тебе не кажется? Сейчас все будет, сейчас заправим соли. Все, все готовы. Чего же все с щитами-то бегаете? Трусы, а? Кто, где? Давай. Вот и энергоблок. Да понял я, прийти и сделать тебе кофе. Ах ты гад. You have fight in you yet. Ты где там? Если честно, пистолет ни о чем, надо полушнить. Все, говорит, вернись. Типа я все прощу. Отступаем, песик. Нам сделать нечего. Просто уходит. Чувак, я принес тебе кофе, смотри. А, вы знаете? А. Все. Круто, круто, очень круто. А теперь бей по колокольчику. Вуаля. Че, усы? Кофейня заработала. Ну что, теперь мы побьем кофе, а? Нет, не так. Так, не понятно. Мы же типа экологическая кофейня, понимаете? Так что несите свои кружки. Сюда. Вот гадство. Так, стоп. Я знаю, тут есть один маливанский командир, который вечно кружку с собой таскает. Попробуй выследить его. Если честно, эти помои, которые Маливан называет кофе, просто преступление против человечества. Мне просто нужна кружка. Поехали. Так, сейчас, а куда? Вопрос, куда поехали? Ага, туда.
Ни проехать, ни пройти. Алло. Нужно выманить его. Постреляем по шестеркам. Yes, to the bloodletting. I cherish your agony. Не, ты командир. Мимо, да? А, кофеман Карл, вот он. Ты где там? Стой! Да. Чего у вас так много-то? Где? Еще нападает. Давай, давай. Слабенький. Ты куда бежал? Нормально. Я, кажется, липучка им бился. Стальная воля. А ты кто? Командир ждет свой кофе. Бла-бла-бла. Не. Ну, бои немножко долгие здесь. По сравнению с другой частью борды. Но все равно. Стоять! Командир? Нет. Кофе посыльный. Стой, что там написано? Главный кофейный командир вселенной. Точно моя? Теперь я буду. Надо главным командиром. Значит, ты бью моего кофе посыльного? Не велика беда, но вот кружка моя, моей кружки я тебе не отдам, наверное. Точно. Ну ладно. Чё, побери, наша цель так близка. Я почти ощущаю вкус. Скорее в кофейню, да еду я, еду. Я знаю, что знаю кружку у тебя, и чё? Так, интересно. Да я знаю, что тяжело попить кофе. Мне тоже тяжело, тёх ты ж. Читать и бить сюда одновременно. Вот чёрт, отпор даёт. Да этот пор не дает, какая разница, ай, я лопал. Плохо дело. Очень плохо дело, очень плохо. Проснись и пой, проснись и пой, давай, мой дорогой.
Чё ж, за бои какие-то. У них у всех есть щит. Мне потом надо то, что пробивает щит. Я не вижу, куда бью. Стоять! Они меняются. Ужас какой. Все? Ху. Бариста, просто заткнись и дай мне кофе. А, от местного производителя. Теперь подождите. Экологический кофе, а? Как скажешь, ну хорошо. Не мешай роботу делать это дело, оно того стоит. О, патроны кончились. Как раз повод сменить оружие. На пулеметик. Я только один, да? Ну вот им побегаем. Да-да, наконец-то! Неси сюда кофе. Она сейчас умрет. От радости просто. Прям хорошо едет, слушайте. Я не понимаю, что значит вот это? Атлас телепорт, что это? На, ваше кофе. Ты просто прекрасный человек, это было просто необходимо. Эй, ребята, утренний восторг снова заработал, и сегодня кофе за мой счет. Супер! Чё, правда? Спасибо, Лорель. Помочь Атласу не сдаваться? А. Маливан. Покажем, как кофе влияет на боевой дух. Трус! Вообще. А, огонь. Коррозия. Класс. А, вот как ты работаешь. Коррозия, конечно, лучше. Я думал, это сразу два эффекта бьет. Вот какая у меня была ошибочка. С одной стороны, хорошо, когда ты можешь переключать эффект. Пистолет 23. У меня сколько он там бьет? 37. Все. А тебя нужно зафигачить. А потом в атаку, коррозии тебя. Учу тебя иммунитет коррозии, ты мне скажешь, нет? Ее поднять. Сейчас, стой, держись. Ты чё, на сеть отпор?
Умри, 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 умри. Конечно, прикольно. Возвращайся, получи награду. Блин, я тут стольких убил, надеюсь, мне уровень дадут. Честно, надеюсь на уровень. Нет, не дали. Мы тебе очень обязаны сказать. Я знаю, что вроде бы мечтала, но даже этот небольшой кусочек мира... Что это? 120 против... И в чем прикол? Мне, конечно, черепаха лучше. Вот это просто идет нафиг. 10 уровень, 12 уровень. Что у тебя там еще? На любой войне очень важно снабжение, когда дело касается гамбургеров, оно в войне. Мне теперь надо бургеры найти. Просто скажи, что мне дать. Найти Бо. Стой, 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 стой. Какой мне квест дал? Я знал, что ты мне врешь. Нет, стой, квесты. Кофейня Бо. О, рядом. Тук-тук, алло. Я в просьбе Лоррейн. Бо, это я. У меня на базе голодные люди, понимаешь? Ах, понимаю, Лоррейн. Я так тебя понимаю. Значит, эти фашисты-маливанцы кормят свои войска в моей кофейне. Оставь их. Давай, действуй. Останови их, давай, действуй. Убей их. То есть, короче, жрут маливанцы, все, черт. Yes, into the fray. Пойди, вот это все пробивай. I like you better dead. Ну, по крайней мере, должно пробивать все. И броню, и не броню. Давай, на. Долго разгоняешься. Что-то этот огненный, конечно, походу посильнее. Но что-то он, по-моему... Живучесть до него пострадала. Живи. Фига себе. Каждый бой здесь становится каким-то просто стрельбищем, я не знаю. Вот побочка здесь ни о чем, и выполнять только сюжет. Может. 17 без всякой фигни. Ну, урон коррозии, конечно, прикольно, но он очень маленький. 14%, очень маленький. А просто стабильный урон иногда лучше. А был бы хотя бы 20%, не знаю. Да, он, по-моему, даже сильнее бьет. Когда все эти маливанцы сдадутся. Сколько тебе еще всадить? Тут пульта надо.
прогнали. Ну, а что, для железяки есть. I hear good things about these burgers. Come on, let's go. Малево. Пистолет зелененький, 17. По-моему, хуже. 17. Тебе как-нибудь поплотнее то быть, дорогой ты мой. What have you got there? Нажми на кнопку, чтобы жарить гамбургеры. Какую? Достаточно местных данных для операции гамбургер. Закончились образцы мяса, да вы с ума сошли. Trust my dude. I know it sounds vile, but it makes the burgers so damn juicy. There's a rat's den in the trash pit. Go get him. Quite like it. Are you ready? Chuck. You better get ready, children. Because Carnivora is coming. Bringing death, destruction, and sacrifice. Thanks for turning that tower to our side, sugar. That should get the Calypso's attention. Стой, не то. Где мясо добыть? А где-то тут. I like your enthusiasm, beast. Десять процент. Слишком слабый. Убейте личинки Рэча. Deal with these. Раз есть. The hunt continues, but yours won't. Вот только один добить можно. Два. Надо личинки мягкое мясо. А, все уже, всех убил. Разрушить не стоит. Это что именно? А, черт. Another alpha. There can only be one. Не знаю, что ты, но, наверное, тебя надо уничтожить. Ну-ка, может тебя так бить? Блин, чё ты всегда разряжен? Он даже не горит. Все. Что происходит? Так, что это? Пошел вон! Ну, это пока брать не буду, только если сравнивать оружие. Щит слабый. Ну, мне тоже тупо щит нужен на защиту, потому что остальное я не знаю. Вот всякие стихии, не стихии. О. Ты можешь защищаться от стихии, можешь не защищаться. Ну, все то там. Эть. Все, и у меня нормальная граната. Ну, как нормально, чуть посильнее, чем было. Так, вернуться в кофейню. Хорошо, сейчас вернемся. Как раз время поджимает. Выполним. Прикольно блестит. Стой, стой. Стой, позязя. Привет. Все, машинка есть, все есть, пошли дальше.
I have need of you, beast. Блин, почему-то захотела зажать какого? Не работает. Двойной прыжок, как будто я на Марсе лететь. Сканер, чтобы мы могли сделать. Да, положи на сканер, понял. Фига себе, какой стрёмный. А вы точно хотите бургеры? Родился новый бургер? Роботы-курьеры? Да вы издеваетесь. А, все, нормально. Дай петь. Достать гамбургеры капитана Моливанца. Арчмена Рой. А? Стой, собака! Да стойте, почему я не могу просто ударить и забрать его? Он так мило ждет меня. Давай, давай, нате. Он так долго запускает, я не успеваю и нажимать, и брать. Чуть. Пусковая остановка, 86. Просто умри, а! Молодец. Где эти капитан Моливанцев? Вхожу в зону нахождения вероятного противника. Прикольно, одни косточки и полетели. А вот это обидно. Тяжелый пиротехник. В смысле? Тебе не мешает как бы ничего? Что это за фигня была? Летала и лечила. Давай, вставай, вставай, лентяйка. Черт, 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 черт. Давай, давай, гранату быстро. Ты че, что такое? Ее, уровень. Стопы, дайте хоть прострю, что прокачаться-то можно. Змея. Появление, что при каждом выстреле зад будет выпускать дополнительный снаряд. Ну, хорошо. Очень хорошо. И возьму потом вот этого, потому что огненное что-то вообще никакое. У него, наверное, хороший урон, но... Это, наверное, просто танк будет. Ну, посмотрим. Обычная стихийная. 45. Стой, собака. Куда бежать-то? Достав гамбургер для пидар капитана. Где капитан? Фига себе. Ну еще и корона с Бургер Кинга или откуда там. Кто за кого вообще, не понял.
Нет, давай. Успей, успей. Успел. Где эта фигня, которая тебя лечит? Да пошли вы все. Что больно-то? Просто умри, пожалуйста. Прости, я тебя не спасу. Они не кончаются. Опа. Так, мне нужен теперь дробашек. Где-то тут был. Вот он. 8 на 16, типичный. Опять все восстановил. О! Черт! Это просто жесть, вы видите, да? Я даже не знаю, как на такое реагировать-то. Меня просто забивали тут. Блин. Почему синие уже стали не такими крутыми? Ну, а вот и бургер. Да, возвращаюсь. Чё, так можно, да? Блин, как тут ехать, я потерялся. Так, следующий поворот. Вот сюда. По городу сам мотор рассекать. Гаси, кто это меня там встречает? Что-то обидно, что на сюжетку, конечно, мы забиваем. Надо начать следующую серию с продажи всего. Я собрал спецзаглядатель капитана Роу. Он был занозой в заднице. Теперь он мертв. Теперь ему... Конец. Сейчас кофе, теперь гамбургер. Это краеугольный камень цивилизации. Мы потихоньку начинаем снова отстраивать город. Спасибо тебе за помощь. Все. Ну что ж, вот мы покормили повстанцев. Всем хорошего настроения. Ты что здесь делаешь? Всем до следующей серии. Всем пока.